люди, очень многие люди предавали, близкие люди. Ну, как бы я еще маленькая была, я уже больше это потом осознавала, но люди, которые клялись, что вот лучше вас нет, мы жизнь готовы, шли за спиной, делали такое, ну, наверное, в политике это просто неизбежно, потому что без этого как бы надо просто верить в свои силы и доверять только себе и самым близким людям. Я звонил руководящим работникам МИДа, которые, в общем-то, ну, мы вместе работали, друг друга хорошо знали, что, слушайте, хоть на какую-нибудь работу, ну, парень просто морально, значит, очень переживает, что он 5 лет учился, 3 года в аспирантуре, 8 лет, получил профессию, специальность, изучил языки, и вдруг ему закрыли дорогу за границу. Видите ли, он сын Алиева, который удален из состава руководства Советского Союза Политбюро. Надо было думать, что делать дальше. И в дальнейшем, в тот период, когда я хотел устроиться куда-то на работу, я все время натыкался на вот этот фактор родства с человеком, который сейчас оказался в опале. Поэтому, безусловно, это наложило отпечаток на нашу жизнь. Но, с другой стороны, в общем-то, в какой-то степени и помогло более трезво взглянуть на жизнь, на все ее стороны, и, может быть, в какой-то степени где-то и закалило характер. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm.